Здравствуйте, я Елена Смирнова и хочу поделиться с вами новым проектом. Это инвестпроект, в котором мы будем зарабатывать до 4,1% в день. Называется BTC Rush. Такие вот красивые тут слайды предоставлены. Вот. Далее, что он нам предлагает? Так, ну здесь описание. Добро пожаловать на BTC Rush. Далее, глобальное присутствие, простой интерфейс, быстрая техподдержка, высокая безопасность, инвестиционные возможности. Здесь инвестиции Ethereum, Litecoin, Dash, BitTok и доллар. Далее, что? Так, это о проекте. А нас майнинговые фермы, они у них, как они говорят, свои майнинговые фермы. Ну, здесь команда и наше предложение инвестиции. Как я уже сказала, здесь биткоин, лайткоин, Dash и USD доллары. Вот. Вот смотрите, инвестиции, значит, что у них? Так, сейчас чуть-чуть кверху пододвину. Так, что, так, валюты для инвестирования. Вы можете создать депозит в каждой из предоставленных проектов криптовалют и в долларах через систему Perfect Money и AdvoCash. В данный момент депозиты доступны в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash. Минимальные инвестиции USD 5 долларов. Через AdvoCash тоже 5 долларов. Биткоины 500 тысяч. Ethereum 5 миллионов. Лайткоины Dash также по 5 миллионов. Здесь все можно прочесть. Значит, минимфау. Давайте посмотрим. Я все зачитывать не буду. Кого заинтересует, сами прочтете. Так, что я хотела посмотреть по выводу. Так. Мультиаккаунты здесь запрещены категорически. Есть группа на Facebook и группа ВКонтакте. Так. Так. Что я хотела показать? Минимальный вывод. Так, вот как часто производится начисление прибыли. Ваша прибыль будет прибавляться к вашей сумме, доступной к снятию каждые 10, 5 и даже 1 минуту, в зависимости от размера вашего депозита. Так, инвестор, внешний депозит на сумму более 50 долларов USD, но здесь будет получать выплаты раз в 5 минут, а вкладчик депозит превышает 125 долларов. Сможет получать начисление раз в 1 минуту. Ну, вот это тоже все надо почитать очень внимательно. Так. Так, каковы минимальные и максимальные суммы для вывода средств? Минимальная сумма для вывода зависит от выводимой валюты. Значит, для перфекта и AdvoCash это 10 центов минимум. В битках это у нас 10 тысяч, в Ethereum это у нас сколько тут, 100 тысяч и тоже по 100 тысяч вроде. Также все это прочесть надо. Так, что еще хотела? Так, взимаете ли вы какие-либо комиссии при выводе средств? Мы не взимаем никаких комиссий за вывод средств, доступных к снятию на счет платежной системы. Однако мы снимаем комиссию 5% при выводе тела депозита на сумму, доступную к снятию. Если вы здесь возможен, вы инвестируете, делаете инвестицию и захочете обратно снять свою сумму, то свой депозит вывести. В любой момент можно вывести свой депозит. С вас снимут, как бы это, ну, что-то вроде штрафа. 5% у вас вычтут.
так что можно выводить и тело депозита как бы. Далее что? Регистрация здесь простая, и я оставлю свой код, это уже в кабинете, под видео ссылочку на регистрацию, если кого заинтересует, и свой код партнерский. Значит, еще здесь есть бонусы. Давайте обратим внимание на бонусы. Это очень тоже большой плюс в проекте. Бонусы, значит, смотрите. Кто уже сделал депозит и хочет зарабатывать дополнительно, БТЦ РАШ предоставляет такую возможность. Так, выполни наш 7-дневный квест и получай денежные бонусы на свой депозит. Значит, смотрите, первый день подпишись на наш Facebook или ВКонтакте страницу и сделай репост новости о запуске проекта. Сумма бонуса 100 тысяч сатошиков, биткоинах это. Второй день. Сделай депозит через сумму Perfect или Advocash на сумму от 100 долларов на нашем сайте и напиши об этом на своей странице Facebook или ВКонтакте. Сумма бонуса 20 долларов. И далее. Тут вот эти бонусы все, как бы 7-дневные. Значит, что еще? Закончился квест, не беда. Получай по 5 долларов за то, что поделишься любой нашей последующей публикацией в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Однако получать эти бонусы может только тот участник, который прошел все этапы квеста. Вот, как бы. И здесь условия конкурса. Давайте зайдем в кабинет и кратенько покажу, как он выглядит изнутри. Сейчас загрузится. Вот так вот наш кабинет выглядит изнутри. Я уже сделала депозит. Вот мой депозит. И мне уже идет начисление. Значит. Ой. Так, сейчас покажу. Вот это вот ваши активные депозиты. И далее. Так, а вот мои начисления идут уже. Пошли, ну, как бы мне уже начисляют. Значит, далее что? Смотрите. Это вывести средства. А эта вкладочка, обратите внимание, желтая. Вывести депозит. Если вы, как бы вам уже, ну, как бы, если вы инвестируете и вам не понравится, вы всегда можете, как я уже сказала, вывести свой депозит. Вот здесь нажмете. Значит, это значит личный кабинет наш. Вот наша криптовалюта, это активные депозиты, тут внизу доступно к снятию. Далее идут транзакции. Вот мои транзакции сделанные. Значит, здесь партнерская ссылочка будет у нас. Значит, вот это наша партнерская ссылочка. А это наш партнерский код. Это я все оставлю, кого заинтересует, под видео. Далее идут бонусы. Вот. Я вот этот бонус уже активировала, как бы, ну как активировала, я его послала, я все сделала, подпишись на группу Facebook. Так, пришли нам ссылку на пост на своей странице, воспользовавшись этим полем. Ну, а вот я ссылочку и написала бонус. Нажала на зелененькую вкладочку. И что у меня здесь написано? Результаты вашего этапа на рассмотрение. Я вот буквально несколько минут это сделала. Если кто не знает, как это сделать, тут здесь нажимаете «Инструкция». Вас перебросит на страничку. И все подробно расписано, как сделать бонус. И разместить, как бы, да, чтобы получить. Вот подсказки и инструкции, как правильно прислать ссылку на свою публикацию. Это все прочтете. Далее, что у нас с бонусами? Ну, вот здесь вот все бонус и так далее идет. Это уже по желанию. Далее идут настройки. Здесь прописываем все наши кошелечки, которые вам надо.
Дальше здесь безопасность. Кто хочет, может установить двухфакторную, ну, защиту. Здесь техподдержка. Как и мне уже известно, что отвечает техподдержка, как бы быстро и оперативно работает. Здесь у нас вкладочка «Обмен». Это будет скоро. Что это такое? Это будет уже скоро известно. Это еще в процессе. Стартовал проект 13 марта. Вот. Ну что, вроде как я все вкратце рассказала. Смотрите сами, надо вам или как. Я лишь поделилась с вами информацией, а решение принимаете уже вы. На этом я буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.